Шалом, народ Божий, народ верующий. Мир Божий пусть наполняет вас еще больше и больше и наполняет вас любовью. Жаждой. Жаждой по тому, кто нас любит. Пусть Божий мир, он просто наполняет вас сверхъестественно. Его любовью. Ащеме халама калама кири вера арар кири де эхар. Дух Святой сказал мне записывать это видео. Сейчас мы будем перемещаться, или точнее сказать, Дух Святой что-то хочет показать. И только я начинаю говорить эти слова, и я вижу, как прямо ко мне в комнату на огромной скорости влетает орел цвета багряницы. И я вижу, как вслед за этим орлом в комнату входит мой сын Давидик, который служит сейчас на небесах нашему небесному Отцу. Я вижу в его руках очень сильно такое большое сердце. Оно все полыхает огнем. Таким кроваво-красным огнем. И он держит прямо это сердце в своих руках. Я вижу, как следом за ним заходит сестра, наша благословенная сестра. И сегодня я вижу, что на ней платье полностью такого же цвета, как и у орла цвета багряницы. На ней полностью платье цвета багряницы. И я вижу, как в своих руках она держит большой-большой сосуд. Он весь наполнен жидкостью. Мой сын Давидик держит это большое сердце, и оно переливается вместе с его золотой одеждой. Я вижу на его золотой одежде прямо отблески этого огня, о мощемере которым пылает сердце. Эщеме харама кларама керемери ара кередекеке эха. И Давидик мне говорит, вместе с сестрой в платье цвета багряницы, мы будем сейчас перемещаться. И только они сказали эти слова, я вижу, как орел цвета багряницы взмахивает своим крылом и прямо накрывает меня им, и я начинаю вместе с ними перемещаться. Мы приземляемся, Андрей, очень быстрый полет. И я вижу большое-большое поле. Большое-большое поле, чернозем. И я вижу, как в начале этого поля стоит наш президент Украины Владимир Александрович Зеленский. Орел цвета багряницы продолжает летать над этим полем. И я вижу, как он
багряными красками, как и сам, как все его одеяние, его перьев. Он начинает писать над этим полем слово «Украина». И я вижу, как Зеленский стоит с большой-большой лопатой штыковой в руках. И в начале поля пытается перекапывать эту землю, но у него не хватает сил. Он постоянно натыкается на какие-то камни. Земля очень сухая, вся полностью. И вижу, в конце этого поля стоит большая статуя. Орел опускается возле меня, подхватывает меня опять своим крылом и перемещает меня к этой статуе. Я вижу на этой огромной статуе, она вся черного цвета, и статуя как такого человеческого обличья. Женского, очень сильно высокая статуя, вся черного цвета. И вижу, как эта женщина, она вся обвита змеями. Такая, как статуя выгравированная, такая сильная, большая, железная. И вижу, на этой статуе написано «Слава Украине». И сейчас вижу, как ко мне стремительно начинает приближаться, также перемещаться в духе благословенная сестра в платье цвета багряницы. И также у нее в руках этот большой сосуд с жидкостью. Она дает мне его в руки. И только она дала мне его в руки, я начинаю чувствовать, как на меня прямо от макушки головы до подножия пят начинает сходить необычная сила. И она мне говорит: это слезы Небесного Отца в Сыне Иешуа. И я держу этот сосуд, я прямо чувствую его тяжесть. И прямо Дух Святой пронзает мое сердце, я чувствую скорбь Отца. И сестра в платье цвета багряницы, вижу, как прямо с неба падает свиток на ее руки, и она мне передает этот свиток и говорит: ешь его. Я начинаю его есть. И она мне говорит: на тебя сошел дух пророческой молитвы. Начинай делать сейчас то, что будет говорить тебе делать Дух Святой. Аще махалара на И Дух Святой мне говорит: этот сосуд, который дала тебе благословенная сестра в платье багряницы, это слезы моего Небесного Отца в Сыне Иешуа. Держи его крепче. Подойди к этому идолу, говорит мне Дух Святой, имя которого слава Украине. И только я начал подходить к этому идолу, и я начал видеть реально своими глазами, как змеи на этой женской статуе, полностью все черного цвета, как змеи, и также все черного цвета, как они похожи на такие большие-большие черные гадюки, они также стали оживать. И я слышу, как они начинают, и видеть, как они начинают шипеть на меня. Но Дух Святой мне говорит: не бойся. Выливай этот сосуд прямо на эту статую. И я реально вижу, как Дух Святой, он меня просто подхватывает, и я начинаю подниматься прямо, прямо наверх, над этой статуей. И я выливаю эту жидкость. И Дух Святой мне говорит: провозглашай то, что ты съел с этим свитком. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю разрушение демона, имя которому слава Украине. Идола, которому имя слава Украине, я провозглашаю его полное разрушение.
во имя Иисуса Христа, я связываю этого беса и повелеваю ему отправляться в бездну прямо сейчас. И я вижу, как по этой статуе, этот сосуд, с которого я начинаю выливать эту жидкость, слезы отца, и вижу, с каждой каплей появляется сильный огонь. И вижу, как эта статуя начинает сгорать, хоть она и была такая железная, массивная. Я вижу, как она начинает сгорать вся в огне. И вижу, как над этой сгоревшей статуей появляется большой-большой облачный столб. И вижу, над этим облачным столпом появляется большой огонь. И вижу, над этим столпом появляется надпись кроваво-багряного цвета. Слава Божья над Украиной. И я провозглашаю то, что я слышу сейчас. Я провозглашаю славу Божью над Украиной прямо сейчас во имя Ишуа. Амен. Я опускаюсь на землю, благословенная сестра в платье света багряницы говорит, пойдем, мещемикерик, к твоему сыну. Мой сын Давидик стоит в начале поля рядом с президентом Украины, мещемикерик, и он также продолжает держать в своих руках это пылающее сердце. И он мне говорит, возьми его. И ложит мне его прямо в руки. И только он положил мне его в руки, я его держу. Оно такое огромное, массивное, на ладони. И я чувствую, как мной реально начинает владеть любовь. Любовь отца. Еще сильнее наполнять меня. И Давидик мне говорит, подойди. Президенту Украины. А я вижу, как наш президент Украины Владимир Зеленский пытается копать этой лопатой, но не может. И Давидик мне говорит, посмотри в конце поля, где стоял идол. И я вижу, что огонь там начинает разгораться все сильнее. И вижу, как идет большой массивный дождь в конце того поля, и он начинает перемещаться прямо на нас. И вижу, что тот участок земли, который Владимир Зеленский пытался копать, ему было тяжело его копать. Вижу, как он становится мягким. Вижу, как под этим дождем начинают растворяться просто камни эти на земле и в земле. И вижу, как он начинает давить на эту лопату ногой и становится намного легче копать. Маши мекера макарам и герикекекеха. И Давидик вместе с благословенной сестрой платье цвета багряницы в один голос. Удивительно, в один голос мне говорят. Это сердце вложи прямо в дух президента Украины. Я подхожу, и они мне обои говорят, провозглашаю. Я вкладываю это сердце. Сердце нашего небесного Отца в Сыне Ишуа. Сердце Его любви прямо сейчас в дух. Нашему президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому. Маши мекими эха аха. И вижу, как только я вложил это сердце ему в дух во имя Иисуса Христа, вижу, как наш президент начинает еще больше и больше оживать. И вижу, как с его глаз еще больше и больше отлетает всякая чешуя. Вижу, как с его ушей начинают просто вылетать очень сильно большие серные такие пробки. И вижу, как над его головой начинает светиться реально, ну я его вижу, большое-большое такое облако, как нимб. И вижу, как человек, он начинает просто оживать. И вижу, как он с радостью начинает копать эту землю. И Давидик вместе с благословенной сестрой говорят мне, провозглашай в один голос. Повторяй за нами. Во имя Ишуа, царя и Господа славы, я провозглашаю Божьи благословения от макушки головы до подножия пят в дух.
в сердце, во все тело, в каждое действие, в жизнь президента Украины Владимира Александровича Зеленского. Я провозглашаю жизнь живого Бога в его жизнь. Во имя Ишуа. Амен. И вижу, как он сам начинает реально перекапывать это поле. Машем рекремерекеких. Давидик, вместе с благословенной сестрой, говорят, провозглашай дальше то, что ты сейчас будешь слышать. Во имя Ишуа я провозглашаю делателей, которых Бог уже предназначил рядом с Владимиром Зеленским. От лица его народа, чтобы они прямо сейчас присоединились еще больше к президенту Украины и помогали, и помогли ему полностью перекопать это благословенное поле Украины. И вижу, как появляется очень много верующих братьев и сестер, и они начинают усиленно перекапывать все это поле. И дождь не прекращает идти. Я провозглашаю Божье благословение на весь этот народ и на президента Украины во имя Ишуа. Амен. Братья и сестры, видение прекратилось. Все то, что дает Господь, это очень важно, назидательно для нас. И кто, кому уже свойственно пережевывать эту пищу, просто кому Бог будет ложить в сердце, в дух, просто провозглашайте на президента Украины Божье благословение. Провозглашайте на народ Святого Отца в Сыне Ишуа Божье благословение, Машем Икеях, и на это поле Украины, чтобы оно было полностью перекопано. В благодати Отца провозглашайте, мире Верисандре, жизнь, Ашем Икеях, чтобы это поле дало обильный урожай, урожай золотой жатвы славы Отца в Сыне Ишуа. Будьте благословенны, пусть Господь сильно вас благословит. Аминь.